Марианские притчи. Наследие святых отцов. День кончины мира. Жил-был святой старец. И говорили о нем, что есть у него волшебная книга, в которой записан день кончины мира, в кой вернется Господь Иисус Христос. И приходили к старцу люди с вопросами: не завтра ли Господь вернется? Не через месяц ли? Не через год ли? Каждый хотел знать, чтобы душу свою к встрече с Господом подготовить. Но на все вопросы старец неизменно отвечал: завтра. И перестали ему люди верить. Думали, что скрывает он тайное знание, заключенное в книге. Умер старец, и соседи тут же бросились искать его волшебную книгу. Нашли, она на столе лежала. Старец ее и не прятал. Открыли и прочли: живи каждый день так, как если бы Господь должен был прийти завтра, и не ошибешься.